Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Давайте нашу розмову розпочнемо із новини. Ось видання Forbes Україна пише про те, що в офісі президента обговорюють звільнення Буданова, Мірова та Сирського і посилаються якби на свої власні джерела. Ми з вами вже раніше проговорювали можливу відставку, можливе звільнення, вірніше говорити так, Кирила Буданова та Рустема Умєрова, але тепер звучить прізвище і головкома. І в контексті в якому, що заміна його обговорювалася ще влітку, причина – це холодне відношення до розвитку безпілотної компоненти армії, створили сили безпілотних систем, це була ідея Володимира Зеленського, її керівником призначили Сухаревського, а Сирський вважає, що йому вирощують конкурента, хоча Сухаревський відкидає свої амбіції. Щоправда, ще одне джерело повідомляє про те, що відносини між Володимиром Зеленським та Олександром Сирським, напруження між ними спало після початку Курської операції, і вже наразі не стоїть питання про його можливе звільнення. Романе Григоровичу, чи є питання саме до головкома? Ну, дело в том, что разговоры или слухи, по крайней мере, иногда генерируются специально, допустим, канцелярскими товарищами, которые нам совсем не товарищи, для того, чтобы прочувствовать обратную связь, ну, для снятия общей температуры по палате, как отреагирует общество, раз, а второе, иногда вбрасываются специально в информационное поле, чтобы подготовить само действие как таковое, это тоже один из механизмов. Как подготовить для того, чтобы переживали, проживали, а дальше было уже неинтересно само снятие как таковое или перемещение. Ну, смысл проговаривать увольнение Умерова? Какой смысл его проговаривать? Его давно надо было уволить, это действие должно быть, а не проговаривание. Иногда такое проговаривание прикрывает какое-то другое действие, это тоже понятно. Профнепригодные люди не должны занимать должности в определенных профильных направлениях. Ну, здесь и так, это тоже такие вещи, которые лежат на поверхности. Чем быстрее будет снят с должности Умеров и поставлен генерал, у которого как минимум два образования должно быть, то есть основное военное и академия генштаба однозначно, тем быстрее в Министерстве обороны выстроится новая система управления. По Буданову его можно, кстати, вот как раз один из вариантов, как решить вопрос одновременно и Буданова, и Умерова. Буданова можно ставить министром обороны. Готовый министр обороны, тем более он встроен в систему ЭМО, так сложилось. У нас Главное управление разведки подчиняется не Генштабу, а Министерству обороны, а потому Буданов, это его практически второй шаг может быть, то есть поднятие в должности. Вот это нормальный ход. По поводу Сырского, выполняет свои боевые задачи, исходя из той ситуации, в которую он попал, потому что практически снятие всего генералитета в начале года поставило самого Сырского довольно-таки неудобную позицию. Ему надо было срочно создавать новую команду. И этот процесс еще до сих пор идет. Он где-то иногда годами длится. Ну, в боевой обстановке пусть месяцы, но до года так это точно. То есть она идет, этот выстраивание системы управления, но у него не хватает боеприпасов, техники, мобилизационная тема провалена. То есть очень много проблем, из которых он пытается как-то выкарабкаться. Тем более запустили новую тему наступательных действий по Курщине, которую надо было раньше сделать, раньше месяц, на несколько месяцев, и не по Курщине начинать, а по Белгородчине. Мы бы тогда обезопасили Харьков. То есть вот эту операцию, которую развернули на Курске, в Курске в конце лета, надо было в конце весны запускать по Белгороду. То есть и тогда бы мы сейчас бы где-то километров за 20, за 30 были бы от Белгорода, обезопасили бы Харьков. То есть есть эти моменты, но чем было начинать? На конец весны у нас практически вообще ничего не было. Не было понимания финансирования наших партнеров. То есть было много вопросов. Да какие вопросы к Сырскому? От того, что Трамп с Байденом 60 миллиардов не выделил в декабре месяце. Сырский тут при чем? А вопросы по беспилотникам, по беспилотным системам, ну так нашли у кого? Здесь уже вопрос системный. Дело в том, что беспилотные системы надо было запускать на базе военно-воздушных сил. А тогда у нас ВВСом руководил кто? ПВОшник. Ну, какой он, как Сырский, так и ПВОшник, который, я уже фамилию, Олещук.
который руководил ВВС, вернее, воздушными силами, они же к беспилотным системам, как я к балету, какое они отношение имеют? Рожденный ползать, летать не может. А это я сейчас, естественно, в качестве шутки. Но вопрос в том, что надо разбираться в теме в самой. Любые беспилотники воздушные, да это прерогатива летного состава, инженерно-технического состава воздушных сил, это они должны были, и вопросы должны были быть к командующему ВВС. А у нас ни ВВС нет, ни командующего летчика не было. Это вот сейчас только поставили летчика руководить воздушными силами, я думаю, как раз и часть вопросов как раз к нему она и будет, он же в этом разбирается. А к сухопутчику какие вопросы по беспилотным системам? Ну, только наземные, то есть тележки с определенными механизмами отстрела. Или, допустим, FPV-дроны на короткую дистанцию тактического уровня беспилотники. Ну, здесь было практически в каждом подразделении это уже было запущено. То есть не к нему вопрос должен был быть. Та же самая картина, допустим, по беспилотным тем же по бэкам, безэкипажным катерам, либо по подводным беспилотникам, вопрос в военно-морские силы. То есть это к ней Шпапе вопрос, и он уже это уже разбирается. Ну, мы уже видим, как это решается, эти темы, в основном пока еще за счет наших спецслужб. Хотя, опять же, давно не было видно ни одного БЭКа в работе, ни одного беспилотника по НПЗ, ни одного удара по нефтепроводам. То есть тут большой вопрос вообще к договорникам этим политическим, которые, скорее всего, связали руки нашим генералам. Роман Григорович, важливо відзначити так, що ця інформація, яку пише видання Forbes, так, тобто ми не знаємо, відповідає вона дійсності, не відповідає, так, ми лише проговорюємо ймовірні сценарії. І от якщо ви говорите про те, що таким чином відбувається якби перевірка суспільства, так, перед можливим звільненням, так якщо так станеться, чи можемо ми собі от саме наразі, так, коли ми маємо важку ситуацію по всій лінії фронту, так, ну, звільнення головкома? До яких наслідків це призведе? Если будет стоять задача, как она стояла в начале года, это понятно, уже сейчас она понятна, снятие Залужного и вместе с 15 генералами, задача стояла сдать Донбасс. Вот мы ее получили. Это называется техническая сдача территории, потому что снимаете руководство, прекращаете поставку боеприпасов и войска побегут. Вот то, что мы сейчас видим. Если сейчас будет задача стоять, не везде побежали, самое интересное. То есть не добежали, называется, не дожали. Россияне. Северо-запад Донбасса под таким серьезным контролем, так они и не выдавили наши из Покровска. Если будет стоять задача полностью сдать Донбасс, допустим, снимут Сырского, вопросов нет. Сейчас любого генерала, даже сейчас верни обратно Залужного, он не успеет перехватить инициативу. То есть это весь смысл, я когда говорю техническая сдача, так это вот она. Вот как технически сдать какую-то территорию? Угробьте мобилизационные темы, то есть не дайте личного состава профессионального войска, перекройте поставки боеприпасов и снимите голову управления. Все, у вас посыпется фронт, а как по-другому? Вот это то, что мы сейчас видим по Донбассу в чистом виде, вот эти три вещи, о которых я сказал, они были все три одновременно включены. Угробили мобилизацию, сняли главкома, и не дали боеприпасов. Вот фронт просыпался, то есть Донбасс сдаёт. Единственное, что за счет мужества украинской армии, за счет сопротивления, иногда даже приказом сверху или не приказом, а такому действию, удерживаем по некоторые позиции. Потому сейчас будет понятно, если начнут генералов снимать, так это значит, еще не довыполнили условия Путина, то есть не доздали. Путину надо больше. Вся территория Донбасса, это значит Покровск, Доброполье, Константиновка, Часовьяр, Славянск, Краматорск и Дружковка. Вот эти города ему еще нужны. Потому посмотрим, как будет действовать эта власть, политическое руководство по дальнейшей сдаче нашей территории. Говоримо про економічне бронювання. Повідомляється, що воно точно буде запроваджено. Рішення вже ухвалено. Про це заявив заступник міністра економіки Віталій Кондратов. І його слова підтвердив народний депутат Желізняк. Обговорюється три моделі бронювання. У Кабміні чекають рішення політичного керівництва. Планується, що бронювання буде даватися на рік із щомісячним підтвердженням рівня зарплати. Роман Григорович,
Чи не, ну, таким чином не узаконюється принцип війна, знову ж таки, для бідних, як ви вважаєте, і до яких тоді це наслідків призведе? Чи, ну, мається на увазі от питання розколу суспільства? Нет, основная задача. Задача основная – набить себе карман большим количеством денег, очень большим количеством. Это миллиарды долларов. А если будет экономическое бронирование распространено не на миллион, вот сейчас докладывали, там больше 900 тысяч уже экономически забронированных. Если несколько миллионов человек так будут экономически бронироваться, то это десятки миллиардов долларов получат эти схематозники, которые запустили саму идею принудительной мобилизации под потом экономическое бронирование. То есть здесь просматриваются такие три шага, которые выполнили схемщики, схематозники, как угодно. Я их называю канцелярскими крысами. Сначала в прошлом году сняли всех военкомов, угробили мобилизацию, которая просчитывается иногда до 10 лет, а то иногда и бывает десятки лет. Военкомы понимают, о чем я говорю. Военком примерно знал, когда, сколько, через сколько лет каких людей будет ставить строй. То есть у него это была целая схема на как минимум 5-7 лет, это минимум, а так 10-15. То есть не было проблем абсолютно никаких с мобилизационными планами и их выполнением, потому что это целая схема. Причем все это завязывалось на областного военкома. Их всех сняли одномоментно, всех сразу снимают военкомов, ставят своих людей. Канцелярские крысы ставили однозначно. Дальше запускается тема. Теперь как загнать всех, то есть как стадо загнать в отару называется. Включается механизм уже мобилизации, закон, то есть закон под принудительную мобилизацию. Умеров вместе с Шмыгалев, сладкая парочка, его подают, то есть бенефициары как минимум этой темы, это вот эти два человека. Там за ними, естественно, канцелярский король стоит, вернее, этот крысиный король стоит, и он, естественно, этими процессами руководит. Запускается уже законная тема для того, чтобы стадо загнать в определенную резервацию. Это такой концлагерь Украина называется. Начинают это стадо везде выщелкивать, выхватывать, арестовывать, гусифицировать. Это я так называю, это гусификация так называемая. И после этого люди, это для них отара, это же я стадо, естественно, для канцелярских крыс говорю. Для них это отара, то есть они ее загоняют. Начинают десятки тысяч отправлять на линию боевого соприкосновения без определенной подготовки, людей, которые не могут выполнять эти боевые задачи. Они там гибнут тысячи, десятки тысяч украинцев. Вот так погибли для чего? Для того, чтобы руководители предприятий потом снеслись под экономическое бронирование. В это время, пока отару стригли, там миллионы, сотни тысяч, миллионы долларов, но это все копейки. Основная задача – это как раз экономическое бронирование, чтобы руководители предприятий снеслись со своими списками вместе с деньгами, снеслись в министерство, получить броню. Вот это экономическое бронирование как таковое. Это вот третий, последний этап всей этой операции, которую они сейчас хотят провернуть. Если будет с миллиона человек бронированных, минимум миллиард долларов можно снять. Это минимум, а так реально от 1 до 10. А с 5 миллионов человек, это сразу считайте, от 5 до 50 миллиардов долларов. Вот это цифра экономического бронирования. Их, конечно, рассуют по карманам. Еще раз повторюсь, вопрос к канцелярским крысам. Сейчас начали бить по хвостам, я бы так сказал. Начали бегать ДБР, службы безопасности, полиция. Мы же видим сейчас все это. Там кого-то приняли, там миллионы долларов, там сумки вылетают. Из окон с полмиллиона долларов, там началось уголовное дело. Это все бьется по хвостам. Такие хвосты, то есть целая пирамида выстраивается потоков денег наверх, и наверх никто не идет из проверяющих органов. Мы просто видим, то создается картинка работы, опять же, сатарой называется, это все в низах. Если бы хотя бы одна из структур, которая должна расследовать дело, дошла, в конце концов, до Умерова, до Шмыгаля, нашла этого крысиного короля, вот тогда было бы понятно. Почему? Потому что если, допустим, какой-то начальник СЭК
начальник ТЦК там, или, допустим, какой-то пограничник или там какой-то силовик собирает миллионы долларов, так поверьте, он однозначно их наверх несет. И вот эта вся цепочка поднятия наверх, она сходится как раз на этих крысиных королях. Вот когда крысиного короля посадят или предъявят ему обвинение вот в этих всех вопросах, вот тогда будет эта работа. А пока мы сейчас видим это по-украински окозамыливание, по-русски это очковтирательство. Друг другу очки втирают или очки там уже непонятно как. Но это вся идея собрать со стада, как они это видят, со стада собрать шерсть и рассовать себя по карманам, то есть обогатиться, она привела к полной деградации сейчас армейской системы управления из-за того, что личный состав, который выходит на линию боевого соприкосновения, который заходит в войска, абсолютно не готов выполнять боевые задачи. Вот к чему вот эта жажда к деньгам, эта коррупционная составляющая привела. Угробили армию на данный момент. Вот эти крысиные бега, то есть эти канцелярские крысы, они просто гробят армию, естественно, сдавая территорию. Ну, есть спецслужбы, то есть раз они пошли, сейчас просто им надо показать, куда идти, и требуют сейчас со спецслужб, с ДБР, со службы безопасности, с нацполицией требовать расследования всей цепочки. То есть это наверх все сходится. Так работает, так схема работает. Схематозники ж не внизу, не начальник МСЭК схематозник. Ему дали возможность покосить бабло, называется. Но там часть надо отнести наверх, потому... Посмотрим, как наши спецслужбы будут работать. Говорят, доработают до конца лиги. Романе Григоровичу, а як вважаєте, як самі військові сприймуть якусь цю ідею ініціативи економічного бронювання? Раніше міністр фінансів говорив про те, що воно військові не приймуть це. Ну, а не как воспримут? Воспримут, сколько надо заплатить, чтобы пойти домой? До 20 тысяч гривен, ну, нате вот 20 тысяч, я пошел. Вот так это воспримут воєнні. Ну, это, честно сказать, это немножко, это опять же следствие. А причина не в этом. Сама причина действия – это попытка набить себе карман из-за экономического бронирования как такового. То есть если для того, чтобы выровнять ситуацию на линии фронта, надо 100-150 тысяч мотивированных профессионалов или профпригодных хотя бы. Я почему говорю о силовиках. У нас где-то примерно до 300 тысяч силовиков сейчас есть. Половина этих силовиков – госслужащие в том числе. То есть это всех госслужащих надо ставить в строй. Половину из этого достаточно для того, чтобы решить вопрос с профессионалами и мотивированной в армии. А забронировать-то хотят миллионы. Это значит, задача какая стоит? Не армию наполнить профессионалами, а свои карманы наполнить. Ну, это понятно, что военные что прекрасно понимают, что за счет армейцев сейчас, за счет армии, за счет интересов армии, кто-то хочет набить себе карманы и спетлять потом по второму паспорту. Они же почему еще проталкивали идею второго паспорта в Украине с поперек нашей Конституции? У нас единое гражданство. Хотели же вторые паспорта, которые у них по карманам рассованы, российские, израильские, еще какие-то. В основном Россия и Израиль. А потом спетлять. Израиль же своих не выдает. Вот и весь сказ. Здесь нас кирдовали и в Израиле, или еще куда-то, в зависимости от предпочтений страны. То есть и это все в армии понимают. Конечно, все это понимают, что за счет армейцев, за счет ребят, которые сейчас на линии боевого соприкосновения получают, по большому счету, пополнение, которое воевать не может. По разным причинам, но не может. И, естественно, они понимают, что это пополнение почему там появляется. Потому что кто-то решил выстраивать не профессиональную армию, а набить себе карманы через экономическое бронирование. Романе Григоровичу, попрошу вас дати вашу фахову оцінку думкам Олексія Арестовича, не його коментувати, а власне про те, що він говорить. Він каже, що український фронт може обвалитися через 3-4 місяці. Цей потік стане після півроку некерованим. Це означатиме тоді колапс фронту. Російська армія переведе війну у маневрену, що призведе до обвалу фронту як такого, і противник почне просуватися вперед, відрізаючи Харків, виходячи до Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Мова може йти про втрату промислових центрів України. І головна причина – відсутність мотивованої піхоти. Дрони тут не допоможуть, і заявлена мета 91-й рік нереалістична у даних обставинах. Ну, часть, це як
формула войны называется. Да? Тут, это то, что я сейчас говорил про мир, может быть, другими словами. То есть если сейчас произошла такая ситуация, мы с вами год про нее говорим, чуть ли не в каждом эфире, что придет ситуация к тому, что непрофессиональная армия, любительская, будет стоять на линии боевого соприкосновения, не готова выполнять боевые задачи. И посыпется, так я, мы только сейчас с вами об этом говорим, фронт посыпется. И посыпемся, побегим по всей линии фронта. Почему? Потому что профессионалов просто уже не останется в армии, а любители однозначно не выдержат давление большего количества таких же любителей. С той стороны, что же любители, по большому счету? Да, там есть серьезная, допустим, накачка авиации, там артиллерии, может быть, но пехота – это любительская пехота, просто ее много, ее там соотношение иногда 1:10 бывает. А чтобы ее остановить, надо мотивированные, профпригодные. Вот для того, чтобы не допустить обрушения фронта, о котором я только сейчас сказал об этом, да, то есть, и мы об этом с вами сколько говорим, ну, как минимум месяца три, все лето говорим об этом, что к этому, в конце концов, приведет эта политика нашего правительства, нашего и нашей исполнительной власти, приведет к тому, что экономическое, за экономическим бронированием все побегут, а фронт просто рухнет, и нам придется удерживать россиян по левому берегу Днепра. Ну, более-менее еще можно правый берег удержать. То есть, а для, просто одно дело говорить об этой проблеме, а другое дело, ну, любой военный, когда говорит о проблеме, он обязательно должен, обязан дать механизм противодействия этой проблеме, иначе не о чем это говорить. То есть тогда не надо говорить, если ты не знаешь, как ее решить. Можно решить эту проблему. Единственный остался способ на данный момент, единственный, это поставить в строй несколько сотен тысяч мотивированных, профпригодных для этой задачи. Это ж не наступать, это обороняться. То есть это пехота надо. Внутренних войск, правоохранителей, вариантов уже просто других нет. 100% нацгвардия в войска, то есть вооруженные силы Украины, 100% вся нацгвардия под управление Генштаба. 30% или 50% нацполиции, уже они там до 30% сейчас уже по кругу пошли у них, идет ротация. 50% надо ставить, только пропускать через вооруженные силы Украины. Не рейдовым, вахтовым методом, а именно через ВСУ. И та же самая картина, там еще очень много таких подразделений, рядом постоявших называется. Практически всю госслужбу, 50% госслужащих надо сейчас ставить в строй. Это мы как минимум мотивированные, ну то есть это люди, которые получают денежное содержание от государства и будут пытаться его получать. Вот это единственный механизм, если его сейчас не запустить, вот тогда то, что сказал Арестович, будет. Через несколько месяцев у нас рухнет фронт. Вот просто рухнет, никто не сможет удерживать россиян. Кстати, тогда уже будет все равно, сколько нам передадут вооружений, некем стрелять, практически отдать их россиянам. Потому что сколько зайдет на передок, там оно все и останется, россияне потом будут сдавать на Урал вагонзавод эти танки. Ну вот примерно так это выглядит сейчас. Но время есть, выполнить эту задачу можно, если будет принято решение в ближайшие недели. То есть, а иначе побеги. Это раз. Ну а по поводу 91-го года, поверьте, до 95, до границ, то есть восстановление территориальной целостности Украины, без проблем больших мы выполним, допустим, за 2,5, уже 3 года. Раньше можно было это выполнить в 22-м году, до конца 22-го года. В 23-м до 24-25-го. Сейчас на данном этапе не меньше 2,5-3 лет. Но это основная задача, и она выполняется, если будет правильный подход к формированию профессиональной армии. Не любительской, со всем уважением к специалистам, которые сейчас выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Профессиональная армия нужна. Имеется в виду не профессионалы, то есть высокой квалификации, я не об этом говорю. Я говорю о профессионалах, которые придут в армию служить лет 30. Потому что возраст, вот сейчас много о чем говорят по поводу мобилизационного возраста и так далее и тому подобное. Возраст выполнения боевых задач должен быть четко ограничен с 21, то есть 20 полных лет, и где-то с 21 до 49, 49 полных лет, с 50 надо уходить. С 21 до 49 лет, вот 30 лет профессия военная. Есть такая профессия — родину защищать. Не просто так об этом говорится. Тогда этих людей надо мотивировать и поставить в строй. И причем они должны быть все 100% такие.
Если этого не будет, то профессионалы в армию просто не пойдут. Ни один профессионал не будет служить с частично мобилизованными, так мягко скажем, с людьми, которые не могут выполнять боевую задачу, потому что профи прекрасно знают, если рядом стоит неготовый такой же профессионал, это, считайте, вы труп уже. И вот это, кстати, и произошло, вот эта беда, проблема, когда начали из-под Умеровского этого могилизационного закона попадать на линию боевого соприкосновения люди, которые не могут выполнять боевые задачи. И дальше мы начали бежать. Ну, мы уже 300 раз это проговорили. Романе Григоровичу, традиційно три блиц-запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, на Рамштайні Україна отримає дальнобій? Да, скорее всего, на Storm Shadow, на Scalp есть надежда, по крайней мере. Может, мы даже раньше начнем работать, а в Рамштайне это подтвердят. Или раньше зайдут ракеты, а с Рамштайна начнем уже работать. Но по Storm Shadow, по Скалпам, я думаю, это понимание процесса уже есть. По атакамсам, джазмам и всем дальним вряд ли. То есть американцы, Байден, я думаю, Байден все-таки удержится, вернее, выдержит те договоренности, которые были с Путиным, когда они продавали Крым и Донбасс еще в 2014 году. Путин может приехать на саммит G20? Может, однозначно, если ему подтвердят его безопасность. Причем подтверждение должно быть практически от большей половины, по крайней мере, лидеров, которые будут на G20. Может. Борис Джонсон заявив про те, що якби Путін не вторгся в Україну, якби президентом США був Трамп. Так це чи ні? Чи Путін все одно пішов? Точно, так і є. Він би побоявся непредсказуємості Трампа. Просто побоялся, потому что Путин, он с одной стороны боегуз, то есть он просчитывает все риски, если какой-то риск есть хотя бы на какой-то там процент, он не будет куда-то двигаться. То есть Трамп это на 50% непросчитываемая ситуация, потому он просто бы побоялся при Трампе как-то двигаться, а при Байдене однозначно, как только Байден зашел на престол, если можно так сказать, а тем более после 2014 года они уже работали по Крыму и Донбассу, не просто так говорить. То есть Байден вместе с Обамой Крым и Донбасс Путину продали еще в 2014 году. Естественно, зная эти договоренности, зная, что Байден сделает все возможное, чтобы не дать России проиграть, это, кстати, и было неоднократно заявлено Путиным, естественно, именно это видение Байдена и понимание Путиным на 100%, что Байден будет так действовать, дало возможность ему принять решение на вторжение в Украину, масштабное уже вторжение, еще и Си Цзиньпинь помог. Этот вообще волшебный пендель, мы же помним его на этой Олимпиаде в Китае, волшебный пендель от Си Цзиньпиня разогнал Путина перед Россией до сверхзвуковой скорости, вернее, перед Украиной. Романе Григоровичу, щиро дякую вам за всі цікаві відповіді. Дякую за детальний аналіз подій, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Безмежно вам за це подяка. Давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Романе Григоровичу, буду вас чекати на свого гостя, як завжди. Дуже вам дякую. До свидання.